Короткие уроки. Logic Case. Данная точечная entity является активатором случайных действий. В ее свойствах, помимо имени, есть 16 строк, которые вы можете заполнить просто цифрами или названием вашего сценария. Допустим, мы имеем три бочки с разными именами. В свойствах Logic Case создадим три сценария. Далее открываем вкладку Output и для каждого сценария выбираем свою команду. Если случайно выпадет один сценарий, сгорит первая бочка. Если второй, то вторая и так далее. Далее размещаем на карте Logic Relay, который будет запускать рандом. Команда Pick Random Shuffle запускаем рандомный сценарий. Но если триггер запускать повторно, то сценарий никогда не будет повторяться дважды. То есть бочка два раза подряд никогда не загорится. Команда Pick Random запускает случайный сценарий, но если триггер запускать повторно, сценарий может иногда повторяться. Команда InValue запускает строго выбранный нами сценарий. Вот и все. Buen suerte!